Вооруженный налет в Калининском районе. Двое парней ограбили ювелирный салон. Угрожая обрезом, бандиты похитили золотые украшения и скрылись. На место ЧП незамедлительно выехал наряд полиции. По предварительной версии, двое неизвестных ворвались в ломбард и угрожали оружием сотрудникам магазина. Сейчас полиция просматривает видео с камер наблюдения и пытается установить личности нападавших. Известно, злоумышленники заявили сюда в 19:00 вечера и сходу стали громить витрины. А потом, схватив лотки с украшениями, они скрылись. Сотрудники магазина уже дали все показания сыщикам. С места преступления оперативники сняли отпечатки пальцев. Все живы-здоровы. Я никакие комментарии давать не буду. Вы уж меня извините, я уже не могу. Ущерб от визита грабителей в ювелирный салон подсчитывается. И наверняка составит несколько сотен тысяч рублей. В городе объявили план перехват. Ведется поиск преступников. Напомним, это уже не первое ограбление ювелирного салона. Летом этого года по такому же сценарию были совершены налеты на 2 ломбарда на северо-западе. И еще один в металлургическом районе. Во всех случаях задержать бандитов не удалось.